Последний раз я его видела, наверное, в апреле. Вот, когда я его там видела, он, конечно, выглядел намного лучше, чем когда он был в СИЗО. Потому что его перевели, кажется, в начале марта, конце февраля. И вот после карантина нас пустили и с ним увидеться. И вот он там был более живой какой-то. Но он говорит, что раньше в СИЗО у него была маленькая-маленькая камера, где он там буквально два шага туда, два шага сюда. И даже когда его выводили на прогулки, там был двор, максимум 10 шагов туда-сюда, и не было солнца, вот ничего такого. Это был внутренний двор. А сейчас, чтобы просто отойти там до одной камеры, до другой, он говорит, у меня начинается уже одышка, у меня ноги начинают болеть, потому что это не 10 шагов, это там уже 20-30 шагов. Когда начали, конечно, в Фейсбуке вот эту кампанию, я не ожидала такого огромного резонанса. И сейчас появляются люди, которые за рубежом поддерживают, что как бы тоже немаловажно, учитывая то, что сейчас мы пытаемся вывести это более на мировой уровень и показать. Когда мой папа был посажен 4 года назад, это было как-то, ну, мне казалось, мне, конечно, так казалось, потому что, может быть, я дочь, но мне казалось, что это как-то открыло глаза казахстанцев. Тогда они решили, действительно что-то не так, потому что его не могли посадить, здесь действительно, ну, что-то неправильное. И после чего люди начали более критично относиться там, к режиму, к другим арестам. Есть два разных понятия. Его предало правительство, его не предавала страна. Страну он до сих пор любит, людей он до сих пор любит. Тем более иметь столько людей, которые его поддерживают, несмотря ни на что. Да? И люди, которые ему просто вот никогда его не видели, никогда не встречали, но пишут ему такие письма, ему от этого очень приятно. И он, конечно, на народ или там, на страну никакой обиды не имеет, и злобы тоже. Но на правительство, конечно же, было обидно то, что он работал, посвятил всю свою жизнь, почти что там 10 лет. Лично себя саму я, к сожалению, уже в Казахстане не вижу. Я отсюда уехала очень давно, и в связи с тем, что произошло с папой, у меня так получилось, то, что мне очень надо было быстро и серьезно впивать свои корни там. Потому что мне надо было сразу следить же со своими сестренками, потому что первые 2 года здесь было просто небезопасно жить. И мы сюда абсолютно не приезжали, просто из-за страха за свою жизнь. И мне туда отправили моих младших, и мне надо было там себя устойчивее чувствовать, чтобы за ними правильно следить. А по поводу жить в Казахстане, ему просто не дадут, на самом деле. Если у нас будет тот же самый режим и то же самое правительство, он просто не сможет здесь жить. И, конечно же, ему придется отсюда уехать. Если что-то поменяется в режиме и в правительстве, и как бы как-то это все, я даже не представляю, как оно может поменяться, то, скорее всего, он останется.